Новогодние праздники закончились, до весны еще далеко. И самое главное, не впасть в зимнюю депрессию и спячку. А поэтому вот вам советы от звезд, как полюбить зиму. Нюша советует не терять времени зря и вставать на лыжи, как она и сама это сделала год назад. Но познакомиться с певицей на склоне будет сложно. Нюша обещает, вы ее просто не узнаете. Я в шлеме и в очках. И даже когда снимаю шлем, все равно вот там балаклава и балаклава. Ну, зато получите, распишитесь, ценный совет. На трассе нужно, конечно, следить за собой и стараться аккуратненько объезжать всех, кто встречается на пути, потому что, ну, знакомиться на трассе вообще не вариант. Проехаться, остановиться где-нибудь на серединке, зайти, выпить горячительного напитка. Можно присесть и с кем-нибудь познакомиться.